Регина Сергеевна Пазинич родилась в Симферополе в 1924 году. Подпольщица, распространяла листовки. Это не впервые бить врагов советской солнечной земли. Немцы гарантировали, что всех работников театра не увезут в Германию. Я тоже туда пошла, потому что знала, что угон в Германию это еще в тысячу раз хуже. В театре вышла замуж за Михайлова Владимира Васильевича, актера театра. И как-то раз мы с ним несли листовки. У него были зачатия, и у меня была зачатие. Листовки мы получали довольно интересно. В бидон клали маленькую баночку, очень твердо сворачивали листовки, закрывали эту баночку железной крышкой, а сверху наливали молоко. И таким образом листовки с молоком попадали в наш дом. А уже мы распространяли дальше. И увидели, что по дороге к театру, недалеко от нашего дома, стоят два стола, стоят два жандарма полевой жандармерии и проверяют все сумки. Но тут душа ушла в пятки. Он к одному в очередь стал, я к другому. А у меня всегда с собой была театральная афиша на немецком языке. Все листовки лизали в самом низу, сверху лизали балетные туфли, грим, пудра, вазелин. Я открыла портфель, и вдруг я услышала сзади немецкую речь. И думаю, боже мой, что? Он перестал смотреть мою сумку. Думаю, слава богу, тут пауза какая-то. В школе мы учили немецкий, поэтому немножечко кое-что понимали. Я так повернула голову, смотрю, стоит немецкий офицер, который постоянно бывал в театре. И он еще что-то сказал жандарму, он ему козырнул и мне подвинул вещи мои. Так что до листовок не добрались. В тот раз, слава богу, как говорится, беда миновала. Но вы знаете, сердце все время так трепетало. И сейчас даже, вот я сейчас говорю, у меня по спине мороз бегает. После освобождения Симферополя Регина Пазинич перешла работать в филармонию. С концертами колесила по всему Крыму до 49 года. Медаль за освобождение Крыма от фашистских захватчиков была вручена Регине Сергеевне уже после войны на Сахалине, жительница города Холмска.